Так, сегодня очередная распаковка. Может, кто не знал, но на Алиэкспрессе можно заказывать продукты. То есть, да, реально присылают их из России. Вот такая фирменная коробка пришла. Алиэкспрессовская. Вот такая вот. Весь 1,5 килограмма. Сейчас мы ее будем активно распаковывать. Так. Я думаю, будет просто. Так, что мы имеем? Кстати, заказывал я это 11-го. Скидки, блин, фигуры довольно-таки хорошие. Так, у нас здесь... Так, упаковано довольно-таки удобно для распаковки. Так, я надеюсь, видно. Так, достаем. Итак. Чипсы. В магазине стоят... Сколько такие чипсы стоят в магазине? Большая пачка, 150 грамм. Где-то 100... То с чем-то рублей, да? Вот, за 100, ой, за 20. Заказывал я их за 50 рублей, за 53, что ли. Ссылка будет в описании. Не 11-го не стоят. И дешевле. Так, 53 рубля. Ссылка будет, так что можете в любом месте заказать. Чем ты еще печеньки? 11-го. Так, зачем дальше у нас. Печеньки? Печеньки, что, вы не любите печеньки? Я люблю, точнее, я их не люблю. Вот такие вот, довольно вкусные. Печенье юбилейное, ложи. Смотри, после ужина, ложи пока. Стоили 22 рубля, что ли, или 15, не помню. Ссылка будет в описании. 20 рублей, еще не помню. Так, две заказал. Упаковочки. Дальше. Что у нас? Что-то там. Пупырка зачем-то. Много пупырки причем. Так, что-то здесь упаковано. Я не понял. Зачем-то вот... Упаковочная бумага. Еще упаковочная бумага. А! Чтобы дно забить. Чтобы дно забить. Вот. Вот. Такая вот сегодня странная распаковка. 5 упаковок чипсов. 5 упаковок чипсов. И 2 пачки печенья. Вот юбилейных. Все. Можете заказывать спокойно. Все. Так, сегодня 11, да? Сегодня 25. Заказывал 11, ну, 2 недели доставка шла. В принципе, неплохо. Подождать можно. За такую цену, то, конечно, и 3 недели можно подождать.